Апатитские подростки из секции рукопашного боя готовятся к всероссийским соревнованиям. От нашего города Мурманскую область представят 4 ребят. Воспитанники известного тренера Александра Матюшина. Они успешно выступили на северо-западном этапе. И теперь готовятся покорить Россию и даже Европу. Екатерине Разиной 13 лет. В секции рукопашного боя среди девушек ей нет равных. Участвует в городских и областных соревнованиях. Недавно завоевала второе место по северо-западу. Отрабатывает приемы с мальчишками. Лучшие соперники – это мальчики. Я получила второе место. Я горжусь этим. Если у меня в следующий раз предстоит такая честь, я займу первое место. Призеры северо-запада представят Мурманскую область на всероссийских соревнованиях в Волгограде и Орле. Победители поедут на чемпионат Европы. Я занимался очень много лет, и поэтому у меня достаточно техники, чтобы выигрывать поединки. Я хочу добиться победы на России, конечно же, потом поехать на Европу и выиграть мир. Ставить цель и добиваться ее ребят учит тренер Александр Матюшин. Технику самообороны, в том числе защиту от ножа и пистолета, он преподает более 20 лет. У нас были и чемпионы мира, у нас были победители первенств Европы, России, всевозможного ранга соревнований. Основной упор, конечно, у нас на динамовскую версию рукопашного боя, по той версии, по которой наши силовые структуры проводят соревнования внутри ведомства. Четверо участников первенства России – Екатерина Разина, Александр Болотов, Иван Золотов и Андрей Карпенко – на соревнованиях получат очередной спортивный разряд. В дальнейшем они смогут поступить в военные вузы. А на смену этим чемпионам придут новые воспитанники Александра Матюшина.